Добрый день, наши прекрасные зрители! Мы рады приветствовать вас на YouTube-канале интернет-магазина «Серебряная птица». Сегодня мы вновь вместе полюбуемся красотой, новинками от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня» и вдохновимся на создание новых образов и пополнение своих коллекций. Чтобы узнать стоимость каждого изделия, нужно перейти по ссылкам в описании к этому видео. А сейчас давайте уже насладимся ювелирной красотой и перейдем непосредственно к обзору. Открывает наш обзор вот такая филигранная новинка. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования, без вставок. Это величественные и благородные украшения с зернением и воздушными невесомыми узорами. Любительницам спания однозначно придется по душе такой комплект, поэтому рекомендуем скорее его приобрести, пока изделие есть в наличии на нашем сайте. Паспортный вес серег 7,5 грамма, кольца 4,5 грамма. Серьги и подвеска из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Украшение без вставок. В видео использована цепь RDG4. Еще более воздушные и более нежные узоры уже ждут своей очереди, чтобы порадовать вас. Посмотрите только, какая невесомая паутинка филигранных узоров. Словно вот-вот проявятся на ней капельки утренней росы. Такие украшения прекрасно будут сочетаться как с летним легким платьем, так и с вечерним роскошным нарядом. Паспортный вес серег 9,9 грамма, подвески 5,4 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка на серьгах – имитация жемчуга, кольцо – без вставок. Бесподобное сочетание филигранных узоров и алмазной грани смотрится очень благородно и элегантно. Алмазная грань сама по себе привлекает много восхищенных глаз и комплиментов. А в сочетании с воздушными узорами, как в случае с кольцом, и уж тем более с жемчугом, как на серьгах, выглядит просто великолепно. Не стесняйтесь проявлять себя и свой вкус в украшениях, а магазин «Серебряная птица» вам в этом с радостью поможет. Паспортный вес серег 7,4 грамма, кольца 2,9 грамма. Представляем вам колье из серебра 925 пробы без вставок, в покрытиях родирования и золочения. Легкие летние колье продолжают наш обзор. Колье без вставок очень популярны в этом сезоне, и если вы хотите быть просто на пике тренда, то сочетайте сразу несколько цепочек или колье разной длины. Выбирайте покрытие на свой вкус и заказывайте модные аксессуары на нашем сайте, перейдя по ссылкам в описании к этому видео. Длина колье 40 см и цепочка-регулятор 5 см. Паспортный вес изделия 3,2 грамма.
И вновь в нашем обзоре колье из серебра 925 пробы в покрытиях родирования и золочения. Вставка на украшениях фианиты. Для романтичных и нежных натур мы приготовили в новинках вот такие колье для особенного вечера. С помощью этого аксессуара можно легко выразить свое мечтательное настроение, которое, несомненно, отразится и в вашем взгляде. А украшение как нельзя лучше подчеркнет его. Длина колье 45 см и цепочка-регулятор 5 см. Паспортный вес колье 3,2 грамма. Броши из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и оксидирования. Вставка на украшениях культивированный жемчуг. Универсальная и всесезонная брошь для истинных ценительниц изделий от красной пресни. Роскошный цветок, который подойдет к любому вашему образу и будет заметной деталью наряда. Переходите по ссылкам в описании к этому видео и заказывайте эту красоту на сайте jumagazine.ru. Паспортный вес броши около 6 грамм. Серьги из серебра 925 пробы в покрытиях родирования и золочения. Вставка на изделиях фианиты. Посмотрите, какие необычные украшения, как интересно смотрятся они на мочке уха. В одном из наших предыдущих обзоров мы показывали колье, которое очень хорошо бы сочеталось с этими серьгами. Но, конечно, вы также можете подобрать отличный тандем к этим серьгам самостоятельно. Сверкающая дорожка фианитов будет уместна при любом образе и сочетаться почти с любыми другими изделиями. Паспортный вес серег 2,8 грамма. Колье из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и родирования. Вставка на украшениях фианит. Еще один вариант колье, на этот раз с округлым сверкающим фианитом. Неизменным остается миниатюрный размер вставки и покрытия, который можно выбрать. И вот уже даже из представленных в этом ролике колье уже можно собрать несколько различных и составить из них уникальное сочетание, которое будет отражать вашу натуру. Паспортный вес изделия 3,1 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии родирования. Вставка на украшениях – культивированный жемчуг. На этот раз жемчуг в нашем обзоре не в плавных линиях, а в ультрамодных и современных геометрических мотивах. Смотрится очень стильно. На наш взгляд, очень похоже на раскрывающуюся розу, в центре которой перламутром сияет жемчужина. Такой дизайн идентичен как на кольце, так и на серьгах. Заказывайте украшения, пока они еще есть в наличии, на нашем сайте. Паспортный вес серег 5,6 грамма, кольца 3,8 грамма. Серьги и подвеска из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования.
вставка на украшениях – искусственный кошачий глаз. В ролике использована цепь КТ-35. Изделия с роскошным кошачьим глазом продолжают наш обзор. Посмотрите, как элегантно он смотрится в классических изделиях от красной тресни. Как нежно ажурные филигранные узоры обвивают камень с одной стороны и какое получается сочетание с его бликом. Просто восторг! Украшения для уверенной и роскошной дамы, несомненно, должны появиться в коллекции каждой любительницы таких украшений. Так что советуем скорее переходить по ссылкам в описании к видео и заказывать эти прекрасные изделия на нашем сайте jumagazine.ru. Паспортный вес серёг 16 грамм, подвески 7 грамм. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии родирования. Вставка фианиты. Классический, но невероятно красивый комплект украшений. Фантастическое сияние крупного фианита в центре подчеркивают миниатюрные черные фианиты, как на серьгах, так и на кольце. Выглядит очень торжественно, согласитесь? На серьгах в этом комплекте английский замочек, который позволит надежно держаться изделию на мочке уха. Позвольте себе быть роскошной вместе с украшениями из ювелирного интернет-магазина «Серебряная птица». Паспортный вес серёг 4,9 грамма, кольца 3,9 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Украшения без вставок. Элегантные и женственные изделия в лучших традициях мастеров красной тресни. Широкие серьги и кольцо в винтажном покрытии. Классика вне времени и моды. Такие украшения, мы даже не сомневаемся, вполне могут стать и фамильными, которые будут с любовью передаваться из поколения в поколение. Так что спешите преподнести такой подарок своим близким или себе и будьте уверены, что со временем ценность их только возрастет. Паспортный вес серёг 3,7 грамма, кольца также 3,7 грамма. Серьги и подвеска из серебра 925 пробы в покрытии родирования. Вставка на украшениях – эмаль. Современные и смелые серьги и подвеска продолжают наш обзор. Такие аксессуары выглядят, несмотря на свою простоту, очень стильно и отлично впишутся как в деловой стиль, так и в стиль сафари, например. А летом это очень уместно и оригинально. Проявите свою смелость и свой вкус с помощью этого необычного комплекта. На серьгах в данной модели английский замочек. Паспортный вес серёг 13,6 грамма, подвески 5,8 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка на украшениях – культивированный жемчуг. И в завершении нашего обзора мы продемонстрируем вот такую новинку. Это украшение с жемчугом в роскошной оправе. Что может быть более величественным и благородным? Посмотрите, какое необычайное дизайнерское решение в виде плетения у вставки решили воплотить ювелиры.
Кольцо и серьги прекрасно дополняют друг друга, при этом декоративная часть у них все же отличается. Однако вместе комплект смотрится просто роскошно. Паспортный вес серег 8,1 грамма, кольца 4,1 грамма. Вот на этом мы и завершаем наш обзор. Мы надеемся, он доставил вам эстетическое наслаждение и добавил позиции в список желаемых покупок. Ну, а мы, как всегда, благодарим вас за внимание. Нам будет приятно увидеть ваши лайки и комментарии под этим видео, а также не забывайте делиться с друзьями. Ну, и мы увидимся с вами очень скоро в новом обзоре новых украшений.